21 октября 2019 год, Харькова. Сад Шевченко. Где у нас тут мосье Зеленский? Да вон он на фортепиано играет, вижу. Да, был это совершенно заброшенный овраг. С попытками построить какие-то кафешки внутри. А сделали вот такую красотень. Ну, а листва опадают, он уже и памятник Шевченко виден. Да, невероятно теплый конец октября, просто запредельно. Со смены топаю в шортах, в шлепках. Тихая, теплая, безветренная погода. В будний день хоть подойти можно к этому каскаду. В выходной тут просто не пробиться. Да. Я помню, 26 октября выпадал уже первый снег. Всего пару лет назад. А сейчас... Разве что в речке купаться поздновато. Первое октября 2019 год, Харьков. Сад Шевченко.
Ты прикоснуться, как